Привет, друзья. Вот смотрите, я же говорил, что человек развивается, когда он соприкасается с настоящим. Настоящее – это что такое? Это доброта, шедевры мировой культуры и искусства. Да, когда даже ребенка вы соприкасаетесь с добротой, шедеврами мирового искусства, у него происходит развитие личности. Да. Поэтому я не устаю, я вам говорю, что я работаю для мира во всем мире, чтобы независимо от национальности, от возраста, от стран, в которых живут люди, они все объединялись, чтобы сохранить человека, человечность. И люди делают это по-разному. Одни делают тем, что они демонстрируют свои выставки, другие демонстрируют свои изделия, третьи демонстрируют свои рассказы, стихи читают. Кто-то проводит курсы, вебинары. Я делаю и так, и так, и так, и так, и вместе с этим продвигаю тех людей, которые этим занимаются, которые в школе в нашей участники. Потому что наша школа – это окошко в будущее для развития в человеке человеческих качеств. Я не устаю показывать произведения наших участников. Я уже показывал вам вот эту кружку. Вот посмотрите. Так это же Ван Гог. Ван Гог. Посмотрите, какая звездная ночь. Да, супер, да? Ну, вы же ее все знаете. Но это же сделано руками Марины Казановой, женой моего друга Антона Казанова, который мне помогал компьютер собрать, чтобы я вам мог показывать вот это все. Вот представляете, как здорово, когда мы дружим. Да. Еще раз покажу, честное слово, еще раз покажу. Это так здорово, посмотрите, у меня тут такие иллюстрации хорошие Ван Гога. Сейчас. Ой, самые разные иллюстрации. Видите, как красиво? Симпатично, правда? Ой, боже мой. Я-то так, конечно, как Ван Гог рисовать не умею, потому что я стараюсь рисовать так, как я рисую, и вам советую. Потому что, когда нас в школе учили, вот так надо рисовать. Вот как Шишкин, как Ван Гог, или еще как кто-то, как Репин, как Айвазовский. А мы думали, а мы-то так не умеем. А нам так и не надо. Именно потому, что они и стали Шишкинами, Ван Гогами, Айвазовскими. Именно потому, что рисовали не так, как их учили, а так, как они хотят. А чтобы чувствовать свой талант, надо снимать напряжение лишнее. Надо не подражать авторитетам. Еще раз покажу. На кружке у Марины и Ван Гога у меня здесь в постерах. Замечательно, да? А Марине я еще раз хочу сказать огромное спасибо. Уж сколько людей в личке меня спрашивают, слушайте, где вы взяли эту кружку? Марина, если ты будешь смотреть это видео, ну поставь свой хэштег, пусть тебе обращаются. Пускай к тебе обращаются, а ты, если хочешь, отвечай. Я уже устал на этот вопрос отвечать. Вот так вот, друзья, вместе мы сила. И продвигаем друг друга, и дружим. Ну так и должно быть на планете Земля, чтобы разум сохранился. Да, разум сохранится, потому что мы люди. Объединяемся. Делимся своими произведениями, делимся своей человечностью, добротой. И дети наши, и внуки будут потом гордиться своими родителями. Да. Честное слово, куда-то я мышку потерял. Но я знаю, куда я ее потерял. А теперь сейчас любят говорить. Знаете, что любят говорить? Повторять один за другим. Все не случайно. Да, все не случайно. Потому что еще раз вам хочу сказать. Счастье – это быть собой. А высшее счастье – это быть собою вместе.
До встречи, друзья. Все не случайно.